Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Вот прибежал на работу. Ну, прибежал, то подумайте, что я прям бегу. Ну, приехал, ладно, буду точным. Приехал на работу. Я здесь тоже иногда проверяю комментарии. Вот у меня компьютер. Хотя я в основном с телефона все делаю. Но иногда включаю большой экран. Сейчас я, знаете, по какой причине включил? Ну, вижу, приближается семерки. 7 тысяч подписчиков, 670, там, ну, скоро будет 7777 подписчиков. Думаю, 4 семерки, классно, я люблю семерки. И тут Юлия Кыша пишет, что в 4 часа утра она узрела, как щелкнули 3 семерки. И пишет мне, ну, я с утра бегом на работу, мне некогда даже было к булькам зайти. Вот, обрадовать их таким событием. Ну, обрадовать чем? Колбасой. А чем их еще обрадуешь? Ну, и, естественно, приурочить это к семеркам. А тут еще Светлана Симутина пишет тоже, что у вас 3 семерки. Ой, земляне, я уже гонялся с этими девятками, тройками, пятерками. Теперь еще за семерками гоняться. Работать надо, тяпки делать. А тут вот, ну, видите, вот, сейчас я переключу экран, покажу, что у меня тут произошло. Ну, что сказать. Работа работой, а традиция традицией. А у нас традиция что? Отмечать любые события на канале. Сейчас переключу экран, покажу. Вот я в кабинете. Вот у меня кабинет, видите, вот радио такое вот у меня. Вот компьютер. И вот аналитика по каналу, видите. Ну да, 3 семерки. 3×7=21. Мое любимое число. Подписчики это заметили. Спасибо, что у меня команда такая, помощников, что уследили. А так бы я не угнался бы за ними. Ну что, события. Будем отмечать. Все новое вас интересует. Это деревья белить я принес. Марсенчик, Мирка, а вы знаете... Лерочек, вы знаете, что событие сегодня какое, а? Отмечать придется. 3 семерки. 777 подписчиков. Слышите, вам это что-нибудь говорит? Вообще-то вам больше говорит, знаете что? Если бы вот это было бы наполнено бы вкусняшками бы. Или, скажем, по палке колбасы. Вот это бы что-нибудь вам сказала бы. А 3 семерки это так, в голове. Вот нас тоже приучили каким-то условностям. И мы их соблюдаем. Любимое число. 3 семерки. Марсик, не балуй. Мирочка бежит он на помощь. Мира, давай. Ишь ты. На лирика гавкнул. Я его не хвалил, ничего не гладил. Смотрите, что делает. Видите, она как прям отбивает. Ну что, ну, ладно. Знаете что, не было бы поводов, не было бы праздников. А не было праздников, не было бы поводов. Все взаимосвязано. День сегодня хороший такой. Конечно, будем отмечать. Конечно, будем придерживаться каких-то традиций. Лишь бы колбаса была. Да, Марсенчик? Скажи, я за любой кипиш. Главное, чтобы колбаса была. Жопки разрешили, можно и с жопками, можно одни жопки тоже, лишь бы побольше, да, Марсина? Ну что, пошел я спасать колбасу. Колбасы. Ну еще осталось 7 подписчиков, чтобы подписались, и будет 4 семерки. Но тут не задача, тут у меня вот накрылся вот этот блок, видите, через который я выхожу в интернет. А что, или блок питания, я его вытащил, теперь вот повезу на работу, телевизор не работает, и я не могу знать, сколько сейчас там подписчиков, как наугад дать. Сейчас дам, а вдруг там не хватит одного-двух подписчиков, даже не знаю, что делать. И колбаса уже нарезана, завянет, привянет, надо, может быть, не знаю, короче, я весь в раздумьях.
Ну, скриншот я с телефона сделал, но он все равно не показывает 4 семерки. Пойду, наверное, аванс дам собачка. Сейчас. Все неудобно. Сейчас мы сделаем как. Мирочка. Мира. Сейчас я этот заберу. Виновник. Был бы исправный, мы бы уже точно знали, сколько там. Марсюнчик, ну ты понимаешь, незадача какая. Вот она, сломалась это устройство электронное. И я не могу точно определить, сколько там. Нам же надо 4 семерки. А вот не дает вот эта коробочка. Понимаете, она мешает нам отпраздновать в полной мере праздник. Что будем делать? Давайте я вам аванс дам. Вот аванс. Маленький авансик. Давай, Лерочек, тебе. Блин, по пальцу он жахнул. Лирик, ну почему ты берешь так неаккуратно? Вот я боюсь ему давать. Буду кидать. Эти хоть более-менее. Мирочка, ну видите, аккуратненько. А кто взял? Кто взял? У кого во рту? Облизываются все. А, у Мирки, по-моему, больше. Лирик, а ты не хватай так больше. Что-то как в последний раз. Так, на, тебе. Это аванс. Это за 3 семерки. Так, а тебе на. Вот так. О. Тёпнул по пальцу. Теперь палец болит. Вон аж синяк, видите. Куснул. Не понимаю. У него мордочка длинненькая. Он так раз. Эти-то тупориленькие. Так, аванс. Аванс, держи. Да что ж вы, я уже боюсь тебе давать. Масючек. Мирушка, а где аванс? Мира. А, он что, упал туда, что ли? Ага. Земляный. Вон он, упал куда. А лапка, что, слабо достать? Так, ну что, я вам всем дал. А это поеду на работу, отремонтирую вот этот блок. И вот это вот вам на вечер остаточек. На вечер. Вы поняли, что такое вечер? Вы поняли, что такое остаточек? Как только все 4 семерки у нас высветится и будет 7777 подписчик, кто-нибудь, может быть, нам еще и комментарий напишет, скажет, вот я такой, какой-нибудь там Анжелика Прекрасная или там еще какой-нибудь. Как скажет только, так я вам сразу же и вот этот остаточек. Или компьютер высветит, вот отремонтируем. Ну, ну я ясно вам объясняю, Марсенчик, что это можно и сейчас есть. Но вот такие правила, такие традиции, такие приличия, или не знаю, условности, во, я бы их назвал. Условности, которые говорят нам, что надо вот так сделать и так. Я, конечно, не люблю жить по условности, я свободный человек, но... Ну, понимаете, многие живут по условностям. Все, поэтому я это отнесу, положу на тумбочку обратно. А вы? Так, сейчас, что ждет? Выходите. Пошли. Пошли, будем ждать. Сейчас я повез аппаратный ремонт. Вы немножечко взбодрились, а мне надо ремонтировать эту штуку. Иначе она не даст нам в полной мере отпраздновать праздник. Вот, принес я сюда на хранение, Сереж, пусть лежат. Ты не давай, ладно? Ты знаешь, какое событие? Ну да, вот 3 семерки. О, 3 семерки. А надо 4. Поздравляю. Спасибо. А надо 4, Сереж. А вот никак мы это самое не можем узнать. У меня компьютер накрылся. Я не могу. А на телефоне он не показывает 4 семерки. Показывает только 3. Поеду на работу ремонтировать устройство. В общем, праздник затянулся. Интриги, видите, какие. Животные переживают. Лерочек, он весь извелся. А тут же остаточек еще. Смотри, Мирка, я думаю, не запрыгнет же на стол, да? Да, нет. Нет. Ну все, ждите. Главное, студия забегает. А это, слышь, а сейчас приеду, включу компьютер на работе, да, а там уже будет не 4 семерки, а, скажем, 778. Что делать тогда? Обратно колбасу в холодильник, что ли?
Ну, я думаю, это не страшно будет. Ты думаешь, не страшно? Не обидятся они? Вот как ты думаешь? Вот откажутся и все, скажем, нет, мы согласны только на 4 семерки. Вот Марсюнчик особенно. Да, Марсюнчик? Ты ж можешь сказать свое твердое «нет»? Или ты, Мирочка? Вот Мирочка скорее скажет свое «нет». Она очень принципиальная девочка у нас, поэтому может так получиться, что у нас сбой, там, проскочим на одну циферку, и все. А она скажет, забирай, хозяин, свою колбасу. Может такое быть, Серый? Да я не думаю. Ты не думаешь? А ты, Лерик, думаешь? Лерик думает, он, видишь, хвостом. А Марсюнчик говорит, хозяин. Что он скажет, Марсюнчик? Говорит, я и на троечке готов, да? Скажи, на 4 тройки. Но они уже были, 5-ки были, 7-ки, даже 9-ки были, по-моему. Где-то там, я помню, что-то в чем-то, в каком-то ролике. А вот 7-ок не было. Ну, ладно, ждем. 4 семерки. А может, 3 хватит? Ну, их 4 семерки, да, Марсюнчик? Мирочка, как ты считаешь? Плевать. На. 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 Ой, ты же жопку съел. Ты видел? Там одна жопка была. Ну, правда, она не полная была. Лерочек. Опа. Держи. Так, кто? Кто перехватил? Ты перехватила. Земляне. Ну что, поздравьте нас. Поздравьте нас. С 3 семерками хватит этого, да, Лерочек? Да, Марсюнчик. Да, Мирочка. Хватит нам. На, Лерочка. Вот, вот теперь ты научился правильно брать колбаску. Видите, подписчики. А если бы не подписались на канал, не было бы у нас бы 3 семерок бы. Не было бы Марсюнчику бы колбаски. Да, Марсюнчик? Все взаимосвязано в этом мире.